В этом ролике я построю рай и ад и буду телепортировать туда игроков после смерти, а кто куда попадет, будет зависеть от их поступков при жизни. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментарии, самая залайканная попадет в следующий ролик. Поехали. Ну как тебе, Валера, мой подарок? Держите по грибочку. По грибочку. По грибочку, давайте по грибочку, детки, давайте. Для здоровья, Полин. Уберите грибы, пожалуйста. Так. Ты уже боишься вот этого револьвера? Я записываюсь, убери, пожалуйста. Подожди, подожди. Вот унитаз, вот унитаз. Охладись. Ты хуй. Да, ты вот, чего хочешь сказать, то, что я неадекватный? Да, у Валеры, короче, аки. Не бери это, не бери, Артём. Сейчас тебе будет подарок. Нет! Валера! Валера, не надо! Алкаш Валера откинул коньки! Здравствуй, Валерий. Кто это? Иисус Христос, Ева. Сейчас, подождите, я с вами скриншот сделаю, а то мне не поверят друзья. Боюсь, ты уже не попадешь на землю, ибо мертв ты. Ты наркотики принимал, и над друзьями своими насмехался, унитазы ставя. Готов ли ты покаяться? Подходите, гриб. Хотите гриб, для здоровья полезно. Ты предлагаешь самому Господу Богу наркотики? Это грибочек. Видимо, Валера, ты очень плохо слышишь меня. Ибо ты сейчас на суде Божьем, и такую ересь преподаешь самому Господу. Неужели ты не хочешь покаяться в своих грехах? Все, каюсь, буду какать только по пятницам. Видимо, ты не слишком серьезно воспринимаешь мои слова, сын мой. В любом случае, свой вердикт я уже вынес. Ты попадешь в ад, к самому сатане, и будешь тысячелетиями гореть в котле. Не надо. Да, случится предначертанное. Володя, Володя, а где Володя? Володя. Не слишком для твоего статуса, нет? А где Володя? Володя тоже должен быть в аду, это нечестно. Не бойся, до Володи я тоже доберу. А чё ты на моё кресло сел, а? Я тебе не разрешал. Понятно. Всё понятно, к тебе вопросов не имею. Может ещё раз? Я уже жигу, я жигу хочу купить. Все, вот так пойдет. Ну что, мне вопросов в котел, блядь, засунуть нахуй и все? Да можешь, так что хочешь с ним делать? Садки. Дружище, тут. Отличный осадки. Стул, трон получше, чем у меня, на самом деле, если так вот взглянуть на вещь. Вот. А ты когда-нибудь варил пельмени в своей жизни? Ну, наверное, хотя бы раз варил. Только окрошку. Ага, ты варил окрошку с квасом. Извини меня, разреши задать тебе вопрос, ты что, долбоёб? Ну а кто я еще? Присаживайся пока на этот стульчик. Пожалуйста, вот сюда вот. Давай-ка в котелок нахуй, блядь, залезай нахуй, вот так вот по-хорошему. Вот, блядь, там сиди, так сказать, закипай. Я к чему про пельмени-то спросил? В общем, если что, теперь ты можешь так называемый косплей пельменя совершить. Первый, с кем мы начали РПшить по классике, оказался идиотом. Но это не удивительно, мы следили за первыми попавшимися игроками. У нас еще будет много таких, кто пройдет через Божий суд. Посмотрим, как они отреагируют на то, что после смерти окажутся на небесах. Слышишь ты? Слышишь, что ты делаешь? Нечестно. Честно, ничего не знать. Куда ты? Что ты убегаешь? Стоять! Ты чё творишь? Ты чё творишь? Да деньги воруют, деньги воруют. Ты чё, ебанулся, что ли, деньги воруют? Ну так, пожалуйста, голубя. Дайте, пожалуйста, деньги. Что ты делаешь? Топоры мои дуры. Здравствуй, сын мой. Я что, в раю? Пока что ты не в раю, ты на божественном суде. Рассказывай, в каких грехах ты каешься? Ну, короче, я воровал в общественных местах. Зачем ты воровал? И нету денег на еду. Ты прокормить себя хотел и семью свою. Нет, только себя. Это не важно, семью тоже. Ты крал у плохого человека, у грешника. Это тоже тебе немножко плюс. И хоть ты и согрешил, что начал воровать, но вел ты себя праведно. Я уверен, ты даже церковь посещал. В общем, сын мой, следя за твоей жизнью, я понял, что ты достоин жить в этом райском месте, где все у тебя будет, и еда, и деньги. И не нужно тебе больше воровать. Ты в раю, сын мой. Бессмертие и бесконечная жизнь тебе гарантирована здесь. Располагайся. Я тут буду вечно? Да, да. Пиздец. Что здесь, блять, происходит? Я просто телепортировался к челу, который до этого бил карманника. У него два греха, кстати. Я тебя зарежу сейчас, стой раз. Это заказ, брат. У кого играть? Где? Смотрите.
Расстреляй! Здравствуй, Эйсмен. Вот мы и встретились. О, чё это такое? Это Божий суд, сын мой. Ура, ура, наконец-то Божий суд. Ты умер. Ты помнишь, как ты умер? Меня полиция расстреляла. Бесславная смерть для наемного убийцы. Ты убил больше 3 человек. Как минимум 2 я увидел. Да, 1. Ты совершил самые ужасные грехи, это убийство. И не один раз. Чё, когда? Один раз вроде я заказ сделал. Но я бы деньги хотел потом отдать. То есть ты даже не каешься в том, что совершил? Это я просто не помню, когда я его убивал. Назови имена всех своих жертв. Я только немного денег спиздил, а меня здесь держат. Я так ела, как свистела, меня здесь держат. Сука, это смешно. Ты продолжаешь еще и выражаться некультурно. В раю перед самим Господом Иисусом Христом. Я больше не хочу слышать тебя, малолетний ублюдок. Ты попадаешь в ад. Ай, а кстати, мне выйти... Не, у вас тут так реально прикольно. Ты тоже пельмень теперь. Хочешь? Да ну, ладно, давай, короче, мне... давай, давай. Не, мне давай, рассказывай. Да мне уезжать надо. Куда тебе уезжать? Ты уже приехал, дружище. Там в аквапарк походи. Да, 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 слушай, чувак, тут покруче Краснодара на самом деле. Такие солнечные ванны, да. А где? Ты не торопись, я сейчас тебя сразу же прямым, собственно говоря, рейсом отправлю. Да за что? Что происходит? Почему меня вообще сюда отправили? Давай, давай, к нему, собственно говоря, составь, пожалуйста, компанию, дружище. Нет, совсем, они реально, реально, без шуток, мне надо выходить, чё, это же... Да-да-да, выходи, выходи, конечно, всё, да. Поставьте мне видеокамеру, я хочу блог свой вести. Взрывай его нахуй, блядь. О, всё, хорошо. Вон. Майники работают, и я буду над тобой. Ведь это как и БССР. Хоть фу, блин, азиатская мафия, якутцы. Смотри, я сейчас 1 000 000 у себя выброшу, есть шанс его взять. Нет, сначала деньги вперед. Я вот так вот дропну. Возле клетки была бомба. Здравствуй, Михаил. Что? Бесславная смерть. Ты знаешь, кто я? Как я умер? Я тупо такой, иду. Дай посидеть. И ты взорвался? Да как я взорвался? Объясни мне, пожалуйста, там какой-то дурак из мафии якудзы. Я КГБшник, ну понимаешь, обычный русский КГБшник. Ты мне расскажи, ты будешь каяться в своих грехах? Это или что? Это суд божий. Да, я готов покаяться. Я каюсь в том, что убил мафию якудзы. Я каюсь в том, что выпустил преступника на свободу за 100 тысяч долларов. Я каюсь в том, что, короче, пытался вломиться в дом, потому что в нем играла громкая музыка. Во-первых, ты назвал не все свои грехи. Во-вторых, я даже не знал, что ты столько грешил. В любом случае, я не могу принять твою душу в рай. Ты не заслуживаешь вечной жизни вместе с этим мужиком. Помогите! Куда ты побежал? А теперь... Слушай меня! Слушай меня! Ёкарный бабай! Слушай! Внемли моему слову, ибо ты отправляешься в ад! За все грехи свои, которые ты в своей жизни сотворил! Ёкарный бабай! Чё это там упало? Всё, я, короче, выхожу, мужики. Спасай нас! Меня мама зовёт. Вы арестованы! Хорош! Ну что ты говоришь? Давай, арестуй меня. Арестовывай этого лоха Галимова. Да я пытаюсь, он меня пытается. Ой, не получается, да не выходит. Ну как же так? Давай. Ну у вас вообще-то ну арестуй же меня, ну что же ты будешь делать? Да что происходит? Ну арестуй. Ну почему не выходит, а? Я тебе пытаюсь объяснить, что, что придет полиция и вам всем конец. Что же будет? Кажется, до нас дотрелят до самой магмы. Возомнят себя дьявола. Нужно достать ТТ Токарева, спеть гимн СССР и успокоиться. Это база Сталина. У меня у тебя 2 вопроса. Почему ты ФБР, если ты писал школьник? Можешь мне? Не совсем. Я работал во внешней разведке. ГРУ. Так, хорошо, ладно. Второй вопрос, я повторю. Ты боишься смерти или нет? Предположим, нет. Вот правильно, ты не должен бояться смерти. Ты должен ее здесь желать, блядь. Давай, блядь, в котел. Здравствуй, долбоеб, как тебе тут? Иди нахуй. Райское наслаждение. Мы можем играть в домино, в шахматы. Это не РП, это пиздец. Это рай, ты умер и попал в рай.
Это вечная жизнь, веселье, бесконечная еда, женщины и я. Какая еда? Я сдох от голода. Да, и ты возродился здесь, потому что это рай, ты не можешь умереть. Да боже, почему я? Посмотри, как тут классно, тучки, трон. Я хочу тоже летать. Ты хочешь летать? Смотри, ты летаешь. Я исполнил твое желание, потому что я бог. По городу. Ну давай полетаем по городу. Полетели. Посмотри на этих всех людей, посмотри на них. Рано или поздно они умрут и попадут на суд божий. Но можешь не пытаться их позвать, они тебя не слышат. Они тебя даже не видят. Я в клоке? Ты паришь над небесами, над городами, потому что у тебя крылья ангела. Ты, конечно, не ангел, но я дал тебе на время эти крылья, чтобы ты полетал. Ты же хотел летать? Я не парю, это вредно. Я не это имел в виду, я имел в виду, что ты летаешь. Что ж, долбоёб, может, ты еще чего-нибудь хочешь? Хочу, чтобы дал мне вторую жизнь. Прости, но вторую жизнь я не могу дать. Второй шанс — это не по правилам, понимаешь? Не по правилам жизни у всех существ одна жизнь. Даже у микробов, даже у скунсов, даже у кошек. У них не 9 жизней, а одна. Я хочу посмотреть на ад. К сожалению, это я тоже не могу исполнить. Я не имею доступа к преисподней, я ж не дьявол. А как ты их туда отправляешь? Это суд божий. Ангелы выносят приговор, связываются с дьяволом по телефону и отправляют. Я даже дам тебе слово на божьем суде, если ты будешь хорошо себя вести. Есть курнуть. Можно одно. Ой, аромат. Здравствуйте. О, пойдемте тоже. Не люблю бана. Ой, могу их съесть. Давай. Вещи или бан? Я бомж, братан. Пощади, пожалуйста, бомжа. Ты дурак? Здравствуй, Капара Джер, имя твое. Ты каешься в грехах своих? Где ты нагрешил? Меня сишки дали за гаражами. Ты лукавишь мне, самому Господу Иисусу Христу. Я обожаю Иисуса, я верю в Иисуса. Не богохульствуй, ты даже в церкви никогда не бывал. Ты ходил, кидался говном, курил сигареты, вел себя неподобающе и заслужил то, что заслуживаешь. Дай еды. Так, сейчас подожди, я дам своему ангелу еду. Полил долбоеба из рога изобилия. Держи. Итак, продолжим. Я считаю, что ты должен отправиться в преисподнюю. Долбоёб, а ты что думаешь? Я думаю, выпусти меня отсюда. Что ж, Капара Джер, ну, пожалуйста, ты отправляешься в ад. Пожалуйста. Не завидую твоей участи. Не надо, я прошу вас. Что мне надо делать? Замахнулся, бей. Да, признаться честно, бьешь ты как баба. Как вы могли заметить, грешников в аду оказалось намного больше за все то время, что мы снимали. Что в принципе неудивительно, это же Dark RP. Пишите свои идеи в комментарии, чтобы я исполнил их в следующих роликах. А также подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока.